В деле стали известны результаты социологического исследования, которые показали, что 78% граждан России, имеющих выход в интернет, смотрят фильмы, скачивая их из сети. Эксперты Международного союза по защите интеллектуальной собственности говорят, что в 2011 году Россия поднялась с 10 на 4 место в мире по количеству скачиваний нелегального контента на торрент-ресурсах. Тем временем посещаемость кинотеатров и сборы правообладателей сокращаются с каждым годом. Интересно, что и тех, кто распространяет, и тех, кто пользуется нелегальным кино, никто не осуждает. Они наращивают капитализацию своих компаний, увеличивают прибыли за рекламу и процветают. Но обычные пользователи, многие из которых во всех остальных случаях требуют во всем кристальной честности, спокойно скачивают по сети аудио- и видеопродукцию бесплатно. И таким образом лишают авторов музыки или фильмов не только заработка, но и элементарной мотивации что-либо делать. Как в России четвертый в мире интернет-рынок стал на 80% нелегальным? В репортаже Натальи Штонда. Все смешалось во всемирной паутине. Интернет-пираты получили черную метку, и по сети прокатилась волна беспорядков. Хакеры каждую неделю атакуют правительственные сайты, а в Америке и Европе прошли акции протеста против новых антипиратских законопроектов. Это уже не просто виртуальная борьба с интернет-пиратами, а настоящая кибервойна. СОПа, ПИПа и АСТА. Если эти законы примут, то за незаконное размещение в сети чужого текста, музыки или фотографии пользователю грозит 5 лет тюрьмы. А сайт, на котором размещена эта информация, закрывают. Закон суров, но справедлив, считают производители. Ежегодно только в США киностудии и звукозаписывающие компании теряют сотни миллионов долларов. Трудно судить, насколько оно влияет на экономику. Хотя все понимают, что эта проблема есть. Что есть сайты за пределами США, которые делают на этом деньги. По словам кинопродюсера Анатолия Максимова, глобальная сеть создает глобальные проблемы и российскому кинематографу. На производство киностудии тратят годы и миллионы, а долгожданная кинолента оказывается в интернете через считанные часы после премьеры. Мы сразу же лишены вернуть 60% того, что в любой экономике фильм возвращать должен. Да? Если мы, скажем так, больше, чем половина тела ампутирована отсутствием правовой системы, защищающей кино. Не хватит никаких кинотеатров для того, чтобы выровнять позицию с рыночной точки зрения. Любой нашумевший фильм, который только что вышел в прокат, можно посмотреть в сети. Копия, снятая в кинозале с экрана, появляется в интернете в день премьеры. Она всегда отличается ужасным изображением и плохим звуком. А вот эффект присутствия, как в кинозале, обеспечен. Головы впереди сидящих людей, хождение по залу или смех соседа. Все до мелочей запечатлено анонимным оператором. Супруги Сергей и Наталья Лопуховы причинили киноиндустрии ущерб на 38 миллиардов рублей. На свой сайт семейная пара выкладывала десятки отечественных и зарубежных фильмов, которых еще не было в российском прокате. Теперь Лопуховым грозит до 6 лет тюрьмы. Здравствуйте, меня зовут Андрей Лопухов. Сейчас меня судят за то, что я обменивался файлами в интернете через торренты. С меня требуют 38 миллиардов рублей за то, что мы все делаем каждый день. Если из социальных сетей и с видеохостингов эту дрянь достаточно быстро удаляют, то из крупнейшей файлообменной сети, которая называется торрент, административными методами это сделать просто невозможно. Обменные сети, так называемые торрент-трекеры, своеобразные посредники. Принцип действия этих паутин похож на классическую пирамиду. Файлы передаются частями, каждый пользователь, получив эти части, в это же время отдает их другим. Таким образом, запущенный в сеть одним человеком, файл мгновенно становится доступен миллионам. И найти этого самого первого отправителя практически невозможно. Пермские программисты придумали свой способ борьбы с сетевым пиратством. Они создали программу, которая блокирует скачивание нелегальных фильмов с интернет-ресурсов. Свою систему они опробовали на последних кинохитах. Вот синие столбики – это пользователи, которые подключились и начали скачивать файл. Красные столбики – это пользователи, которые в конечном итоге скачали файл. В целом, примерно половина пользователей из тех, которые подключились, файл не закачали. Ольга Валигорская отслеживает появление пиратских копий в сети. Ее компания проверяет интернет-ресурсы и направляет им извещение о том, что у них на странице размещена нелегальная копия фильма. Владельцы данных ресурсов получают очень большие доходы от рекламы за счет трафика. Если у сайта трафик 1 миллион, 2 миллиона в сутки,
посетителей в сутки, то стоимость баннера порядка 40 рублей за показ. Можно посчитать, сколько денег зарабатывает данный ресурс. А поисковые системы, по сути, помогают очень быстро и без особого труда находить пиратскую продукцию. Запросы скачать или смотреть онлайн – самые популярные. Система сама подскажет, что делать. Ситуация в отношении крупных легальных площадок такова, что они являются, собственно, если не скупщиками краденого, то стрелками, которые показывают. Вот там можно купить. В глобальной сети воруют в мировых масштабах. И каждая страна борется с пиратством в интернете по-своему. В начале года в Новой Зеландии был арестован один из самых главных пиратов мира – King.com. За мошенничество в сети не так давно за решетку попали организаторы еще одного крупного торрент-портала – «Пиратская бухта». Суд Швеции приговорил владельцев этого ресурса к году тюрьмы и уплате штрафа – около 4 миллионов долларов. Министр связи Игорь Щеглев считает, что с пиратством в интернете нужно бороться совместно. Такое понятие, как качественный контент, те же самые фильмы, книги, аудиопередачи, научные исследования, все что угодно, что тоже попадает в интернет. И, конечно же, если авторы не будут получать за это определенное вознаграждение, то производство такого контента качественного, оно просто прекратится в мире, и это тоже будет ударом по нашей цивилизации. В разных странах разная правоприменительная практика, и поэтому нужен диалог, нужно обсуждение, какие механизмы можно выработать, с тем, чтобы это было и удобно, и доступно пользователям.